Вот я приехал к ребятам, скоро аппарат отдают, не знаю, тут на днях. Все уже заводится. Сейчас выкатываю специально для придонков, для вас, для зрителей. Сейчас покажу, как запускается. Ох, дядя Боб. Почему дядя Боб? Да-да, Боб, да-да. Ох. Короче, что могу сказать? Я никогда чупера не переваривал, не люблю. Но вот этот кошерный такой пепелас. Жень, ну исполни, заведи его. Ух ты! Ух ты! Представляете, сколько всего-то понатыкано, и все это работает. И какие звуки издает двигатель. Ни стуков, ни всяких, ни хрюков. Просто сказка. Я и не газую. Некоторые механические звуки, но это они происходят из коробки. Это чисто огрев конструкции 95-летней давности. Насчет 95 лет шучу. Это все от немцев идет. Но все это работает, мама не горюй. Вы слышите, что происходит? Нажимаем красную кнопочку. Укрякает, гудукает. Зеркало кошерное. Да. Холодно совершенно. На улице сейчас примерно градусов, может быть, 0. Плюс 1, возможно. Ну вообще. Кнопка вообще сигнала. Огонь. Очень вот решение. Дикие. Насколько я понял, клиент аппарат скоро забирает. Сейчас было бы тепло, я на нем даже проехался бы, но что-то никакого желания нет, полновато. Я еще простыл здорово, поэтому не хочу. Прикольно работает, свистит. Видимо, краска обгорает, те же. Хрен знает, что есть. Да. Ай, ладно, не будем больше насиловать двигатель. Выключаем его. Закроем кран. Я в ужасе. Вот такой дядя Боб. Он кошерен,
Я на таком даже ездил, если у меня был такой. Не, ну, по душе тема.